Сейчас вы посмотрите новую серию Пиксельмона. И если вам захочется посмотреть еще одну новую серию Пиксельмона в этот же день, то вы можете поставить лайк под этим видео и поставить лайк под тем видео, на которое вы сейчас видите ссылку на вашем экране. Если под этим видео наберется 100 лайков, и если под тем видео наберется 100 лайков, то есть на каждом видео должно быть по 100 лайков, новая серия Пиксельмона выйдет в ту же минуту. Дата выхода серии зависит полностью от вас. Все, что от вас требуется, это ставить лайк на новой, последней вышедшей серии Пиксельмона и на том видео, на которое будет появляться ссылка в этом видео. Ставьте лайки, смотрите новые серии Пиксельмона и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, в принципе, мы будем сейчас продолжать ловить, не то что ловить, прокачивать, да, покемонов. Сейчас, давайте, я так думаю, выложим все-таки Генгара в компьютер. Нет, 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 сначала, ребята, у нас там Босяра, Босяра где-то. Вот, вот, сейчас мы его... Вот, там еще один, сейчас мы и его... Три алмаза. Так, и как я понял, это все нужно поставить сундук, так как тут уже, в принципе, у нас уже и места даже нету что-то хранить в инвентаре. Так, ну не, ты опять в земле, ты опять в земле. Ладно, ребят, давайте попытаемся прокопаться. Вдруг он недалеко, хотя, как уже понятно, он где-то там в самом низу этой пещеры, да? Нет, вот он, вот он, вот он. Давай, иди-ка, иди-ка ты. Ну, да ты ж... Вот, отлично. Ну, чё ты там дропнешь? Это ладно. Так, давайте. Еще три алмаза, ребят. Неплохо, неплохо. В принципе, у нас уже 6 плюс 6 алмазов получается, да? Так, чё мы еще можем выкинуть? А, все, больше, в принципе, нифига нету. Так, ребят. О, это кто тут у нас? Нет. И так, вот, вот, вот. Так, это кто? Нет, Марипе, не надо нам. Бам-бам-бам. Вот, вот, вот что мне интересно. Есть ли у нас что-то в сундуках, чтобы проверить? Можно ли что-то продать? Нет, нету, ребята. Тогда сразу мы сейчас вот это все продадим, что есть сейчас у нас в инвентаре, да? Так. Ну чё, ну чё, ну чё, ну чё, ну чё. Давайте пойдемте продадим, чё мы сможем продать в данный момент, да, чё у нас есть. Продадим, если... Нет, сейчас я вспомню, сколько нам там не хватает алмазов. Вроде где-то штук 40-45 приблизительно. Я не знаю, ребят, точно, но приблизительно где-то так. Так, давайте все это продадим, 4 алмазика. Бам-бам, больше тут нифига не можем продать. Сейчас вот это продадим. Это... И есть ли у нас еще что-то тут? Нет. А, и нет, ща. Вот что мы еще можем продать. И вот это тоже. И вот это, ребята. Так. И вот тут мы сможем, можем продать. Вот, да, вот это мы сможем. Вот это. То есть у нас, ребята, 14 алмазиков. Плюс 14 алмазов, это уже так более-менее нормально. Сейчас, ребята, мы пойдем посмотрим, сколько у нас есть алмазов, потому что я не помню, честное слово, нужно записать себе, чтобы каждый раз не идти, не считать, сколько у нас там алмазов, да? Так, давайте все вот это, и давайте посчитаем. 180, 188, 192, плюс 30, 222, короче, 200... Если я правильно посчитал, 224 алмаза. То есть, ребята, нам еще нужно 26 алмазиков, да. И, ребята, в принципе, мы уже сможем себе наконец-то купить Заптоса, да. Вот что я думаю. Давайте сейчас еще нам, наверное, пособираем вот черные априконы, потому что у нас 14 ультраболов. А приблизительно нам еще осталось словить...
Ну, где-то так покемонов 30, 33, 35. Ну, приблизительно вот так. Точно не помню, но где-то вот так. Так, о, отлично. Тут уже больше ничего нету. Вот это сюда. Нет. Вот это вот сюда. И вот так. И ставим, что мы. Так, где они? Вот, отлично. Так. Сейчас, ребята, сейчас. Ликитунга у нас нету, нужно его словить. Он, с кем он там вообще дерется? Чувак, ты какой-то не такой. Ты с кем ты тут вообще что-то выясняешь? Ладно, давайте пойдем в пустыню. Нужно, ребята, вот тут быть. Нужно быть в пустыне. Да, я думаю, да, что все понимают, почему. Нас тут ждет Граудон. Может ждет, а может еще только думает, да. Но, в принципе, нужно вот тут быть. Может, он надумает что-то, да, и заспанится. Да. О, покемон, босик. Сейчас мы туда пробежимся. Где он? Тут. Нет, он не в земле, он 100% не в земле. О, 46 уровень. Да, вот так, отлично. И вот там босс. Оникс. Точно. У нас еще Оникса нету. Может, если он сейчас словит, ну, как бы, надумает. Если сразу словится. Так, ух, ребята, мастербол, отлично. Еще один мастербол и еще два, три алмаза. Еще три алмаза. Ух, ребята, то есть 200, сколько там, 26 было, да? А вот сейчас 23 алмаза, ребят. Да, ты что, прикалываешься, ты что, с милтанком дерешься? Но если ты не выиграешь, то ты вообще какой-то не такой. Ну убей ты уже этого милтанка. Ну давай. Ну давай, еще один ударчик. Нет, еще один. Вот, отлично. Ну что, давай. Сейчас мы на тебя нападем. Ладно, электричество против камня как-то не очень, но, в принципе, давайте попробуем его словить. Может, он надумает. Может, попадется. 29. Твою же. Ладно, давайте. Метегротла, давайте Генгара. Генгар, я думаю, его с одного удара за. Ну, в принципе, можно попробовать. Сейчас, мы попробуем. Если он, конечно, его с одного удара не то, да? Ладно, давайте пробуем. Чем бы его... Да, вот, давайте вот этим. Ладно, с одного удара. Ладно. Потом, может, найдем. Так. Ты, главное, не выкидывай, не крашься, да? Ничего там, не нужно вот этого делать. Так, я надеюсь, ты не в земле. Я надеюсь. Ну, будь, ну, пожалуйста, ну, не будь ты в земле. Где ты? Вот он. Это он, да. Так. Еще один алмазик. Так. Ну что, давайте потопаем я лучше домой. Потопаем, я думаю, лучше домой. Не будем тпхаться так часто. Хотя, в принципе, мы возле дома, и, как я заметил, тут критов не бывает, если мы возле дома. А если мы тпхаемся на какие-то большие расстояния, вот тогда, можно сказать, есть и криты. Ну, как бы и появляются криты, да. Так как уже сейчас и ночь, я думаю, можно пойти домой и выспаться. Там мне показалось, или я в последний момент посмотрел, там был босс. Нет, не было. Ладно, показалось. Идем мы, ребят, домой. Так, давайте еще, может, сюда быстренько слетаем. Так, что бы можно вы... Это нам не нужно. Это можно выкинуть. В принципе, ладно, все, идем мы домой. Вот та-та-та, тихо. Так, ладно, тут еще один новый, ну, босс, да, сейчас которого мы убьем. Где он? Вот он, да, не ты, Вульпикс, не ты. Так. Вот он. Опа. Ну, дико ты, вот, отлично. Ну, дай нам парочку алмазиков. Ну, дай. Нормально. Ну, чё, идем сюда и идем поспим. Чё мы сюда вот так?
Так, идем, ребята, поспим. Нужно поспать. Отлично. Идем дальше на охоту. 12 ультраболов. Ладно, пускай пока что еще будут. Эти там делаются, да? Или уже сделались, я так думаю. Ну, пережарились. Почти. Давайте посмотрим, может уже новые выросли. Фиг его знает, что там в них сидит. Может уже и надумали вырасти. Ну, почти, ну, половина, можно сказать. Наполовину выросли, да. Так. Идем мы опять, ребят, в пустыню. Сейчас, честно, нужно просто в пустыне сидеть, так как нам, можно сказать, осталось где-то 22 алмаза до того, как мы сможем себе купить алтарь Забдоса, да? И, в принципе, у нас будет уже Забдос, да, ну, когда мы его заспавним, да, и словим, можно сказать. А вот Гроудон, это такое, ребята. Это нужно искать его. И то, что я не знаю. Ну, в принципе, то, что уже два Кьорджа заспавнилось, уже куча Мью, Райкваз и вот этого. Но еще Гроудон что-то никак не хочет спавниться. Ребят, может он ночью спавнится, никто не знает. Ну, в принципе, может действительно кто-то знает, и может Гроудон, например, не днем спавнится, а ночью, да, потому что есть, ну, как бы, фиг его знает, что там. И, ну, давайте попробуем опять слететь. Взлететь, а не слететь. Слететь, это с катушек, разве что. Ну, давай, что ты там, спавнится? Что ты там? Ну, куча тут, ребят, переспавнится всякой хрени. И, как я видел, там уже куча боссов заспавнилась. Сейчас еще где-то опять босс. Но Гроудон никак не спавнится. А ну, давайте, ребят, вот так на такой высоте побудем приблизительно секунд 30. Просто побудем на такой высоте. Как вы видите, ребят, там, ну, кто может заметить, там просто-напросто куча спавнится боссов. Ну, просто они переспавниваются очень быстро. Но Гроудон никак не спавнится. Или это нужно немного полетать? Давайте немного полетаем. Вот туда-сюда, назад. Посмотрим, что там да как, да? Нет, так... Так, ребята... Только мне кажется, он пропал. Потому что они очень быстро переспавниваются, ребят. Нет! Ребят, он же через баг заспавнился. Ну я просто проверил, что как он спавнится днем, не днем. Ребята, мы его через баг словили. Ну не словили, как бы он заспавнился через баг. Я просто хотел проверить, днем ли он спавнится или ночью. А вот такими темпами мы можем просто залететь в джунгли и наловить кучу себе Мью. Или он действительно заспавнился. Ладно, давайте так, чтобы было по-честному. Идем в джунгли. Этот Гроудон пока что пускай будет вот тут. Чтобы не говорили, я знаю, многие... Ну, как бы не то, что многие. Может, кто-то и скажет, что это баг, может, скажет. Ну, я думаю, что скажет все-таки баг. Чтобы было по-честному. Ладно, Гроудон сейчас пропадет. Но если мы идем в джунгли и будем летать больше, чем одна минута, и там не заспавнится Мью, мы себе заспавним Гроудона и словим его. Я знаю, там два покемона-босса, но все же. Я просто хочу увидеть, заспавнился ли он по-настоящему, или заспавнился он через баг. Нет, ребят, через баг. Смотрите в чат. Смотрите в чат и просто хренеете. Нет, ребят, не делайте так. Ребят, не делайте так, это нечестно, это через баг.
кто мне его сказал, конечно, это очень прикольно, так ловить легендарных покемонов, но это баг, и так это нечестно, ребят. Я бы мог сейчас себе просто словить Гроудона, да и все. И словить вот эту тучу Мью и просто-напросто поместить их в компьютер. Ребят, это баг, не делайте так. Это нечестно. Вот, например, опять, давайте взлетим на 20 секунд. 1, 2. Ну просто вот так взлетим и будем смотреть. Смотрите в чат. Нет, ребят, это нечестно. Я просто проверяю. Ну, как бы проверять уже не нужно. Это понятно, что это баг, ребята. И вот так спавнить не нужно. Вот, смотрите, сколько тут Мью уже заспавнил. Просто смотрите в чат, сколько Мью заспавнилось через вот это. Нет, 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 ребят. Я просто хотел проверить, когда спавнится, ну, Гроудон, да. Ну, как бы днем он спавнится, да, на это можно сказать. Но то, что... он как бы заспавнился, я думал, а может он не через баг заспавнился, а может он как бы действительно заспавнился именно тогда, когда мы летали, да? Нет, ребят, он заспавнился через баг, и... в принципе, нет смысла его сейчас ловить, ребят, потому что это действительно баг, и... мы сейчас его... я мог его словить, но потом бы... Я знал, что я его не словил по-честному, что это не тот Гроудон, который действительно взял и заспавнился. Как бы все будут знать, ну, если бы мы его словили, то я думаю, все бы знали, что вот, через баг он заспавнился. Вот, кстати, он еще там стоит. Будем его так, ребят. Если он заспавнится по-настоящему, мы его словим. Потому что через баг это никак, ребят. Давай, ну иди нафиг. Ну не мозоль глаза, Гроудон. Иди отсюда. Не хочу. Ну, просто смотрите, ребят, на эту тучу Мью, которая заспавнила через баг. Нет. Так, ребят, дело тоже не пойдет, согласитесь. Через баг это... не по-честному. Да. Не, ну, в принципе, кому лень, да, ловить, он может как бы вот так подлететь и просто-напросто ждать, пока кто-то заспавнится. Но... я просто хотел проверить, действительно, это так, что писали многие, да, что вот, ты можешь подлететь, и там тебе начнутся переспаниться покемоны, он, кстати, там босс. И, ну, в принципе, да, оно так делается, и там могут, как бы, разные попасы, и легендарные, и вот такое, но, ребят, это нечестно. Я думаю, все с этим согласятся, и никто не будет писать, что вот, да ну нафиг, ладно, там же заспавнился Гроудон, пофиг, что там через баг, но ты же его мог словить, и у тебя был бы Гроудон, ребят. Я думаю, это нечестно. И, в принципе, это нечестно, да. Если бы мы его, можно сказать, и поймали, то... это было бы нечестно, что мы бы его поймали через баг. Такими же темпами мы бы сейчас могли словить себе 30 Мью, да и все. А так, если он заспавнится по-настоящему, если как бы возьмет и сам заспавнится, то, в принципе, тогда, я думаю, можно будет его и словить, да? Так, ладно. Сейчас, ребят, нам нужно искать боссов, и нам нужно... о, он уже пропал? Сейчас посмотрим. Нам нужно искать боссов, и нам осталось где-то 20 алмазиков, чтобы купить себе алтарчик, ребята, да. Ну чё, он же пропал, я думаю, да, он уже пропал. Так, ладно, чё мы, идём мы сюда, ребята. Ну, в принципе, чё мы тут забыли. Нам нужно искать просто-напросто боссов, и вот в пустыне сидеть и ждать нормального Гроудона, да, не баганного. Вот сейчас. Или, ну, или, в принципе, мы можем... нет, сейчас. Сейчас. Кого нету у нас? Кто спавнится в горах? Сейчас, нужно подумать. Оникс. Хитмончан. Вот то, что я не знаю, есть ли у нас Мачамп? Да, Мачамп у нас вроде есть. И вот еще одного нету. Как он там же называется? Хитмончан... Оникс, Бишарпа у нас нету, точно. Нужно его тоже будет словить. И, в принципе, сейчас уже ночь наступает. Я думаю, уже можно будет потихоньку возвращаться домой. Вултор 28. Гротол 29.
Ими танк 34. Нужно их уже прокачивать. Нормально, как бы. И нужно ловить других покемонов, которых тоже можно прокачать, ребята. Да, нужно... Ну, в принципе, да, понятно, нужно же их ловить. Я, наверное, потом... Тепик. Он у нас... Да, он у нас есть. О, еще один босс. Нужно будет, ребят, посчитать, сколько нам не хватает там покемонов. Ну, которых... Которых нам нужно словить. Ты что, в земле? Фух. Ладно, лезем сюда. И нужно будет, ребят, засесть так нормально в шахту, чтобы уже наконец-то найти хотя бы 1-2 фосила. Так, 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 так. О, ну... Это тут высота, мне кажется, тут еще не будет. Нет, он... Он не тут. Вот, он может вот тут быть. Нет, зато тут есть гравий. Нет, и не тут он. Какая это высота? 39-я, в принципе, по идее, тут уже должен спавниться гравий, как я знаю. Какой нафиг гравий, фосил. Че, давайте еще немного сюда спустимся. Главное, не в лаву. Вот. Отлично. Еще один алмаз. Нужно, да, нужно, ребят, действительно, нужно спуститься немного будет в шахту. Я думаю, все это понимают. Так как нужно нам найти фосил. Ребят, нам не хватает 2 фосил покемона. Кто не знает, нам нужно 2 фосил покемона, которых, в принципе, нам не хватает. Это Кабутопс и это Арчен. Этих у нас еще нету, а нужно найти. Так, ну давайте попробуем, что тут. Что тут? 16. Высота. Может... Нет, я думаю, не будет тут фотил. Нет, не будет. Вот зато там покемон босс есть, я его вижу. Если успеем, то еще его убьем, да. Ну давай ты уже... Так, еще немного. Или нет? Сколько там еще вот этого гравия? Нет, нет, тут нифига. Нету. Так, где он там? И вот он. Да так. Алмазики? Нет. О, зато Болторп эволюционирует. Давай. Ну давай уже. Давай, 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 быстренько. И возьмем мы, наверное, прокачку, допустим, Нумила. Да. Электрод. Электрод. Вот он. Так. Ну ладно, давай. О-о-о-о. О, где он? Да, ну не... О, я уже думал опять в земле. Два алмазика и Гротел эволюционирует, ребята. Две эволюции. Давай. А Метанг приблизительно где-то на 40-м с чем-то эволюционирует, да? Так, Тортерра. Чё тут у нас? Так.
И идем, ребята, мы домой. Наверное, ребят, я так думаю, все-таки мы пойдем в шахту хотя бы там на серию, потому что, ну, согласитесь, нужно уже наконец найти хотя бы один фосил, потом, может, еще один найдем. И, ребята, давайте на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.